На площадке театра Алафузова состоялась церемония награждения молодых ученых. По итогам 2019-2020 учебного года обладателями специальной государственной стипендии Республики Татарстан стали 90 человек. Все подробности далее. Уже с 2010 года региональное общественное движение молодых ученых-специалистов Республики Татарстан проводит конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов всегда держит на особом контроле поддержку наших молодых ученых, потому что без ученых, без развития науки невозможно продвигать общество. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых Республики Татарстан, внесших большой вклад в развитие фундаментальной прикладной науки. Рамиль Насыбуллин занял 3-е место в номинации «Молодой ученый области естественных наук». Занимается неравенством типа Харди, а также преподает численные методы и некоторые предметы по программированию. Планы Рамиля на будущее – защитить докторскую. Не ожидал, потому что там достаточно сложно было, в том плане, что многие выступали, например, имеют приложение, например, с нефтью или с газом, или вот с дорогами, вот конкурируют с ними, но достаточно тяжело. Такому чистому математику. Алексей Андреев занял 1-е место в номинации «Аспирант в области естественных наук». Занимается распространением систем навигации ГЛОНАСС на окололунную орбиту. Работает младшим научным сотрудником НИЛ космической навигации планетных исследований. Мечта сейчас защитить диссертацию кандидатскую и остаться работать в университете Казанском федеральном. Продолжать научную деятельность, участвовать в конференциях, участвовать в исследованиях, публиковать статьи, разумеется, и прославлять по возможности Казанский федеральный университет. За 10 лет победителями конкурса стали 180 аспирантов молодых ученых республики. По итогам 2020 года наградили 12 аспирантов и 9 молодых ученых, внесших значительный вклад в развитие науки в Республике Татарстан. Елизавета Никитина, Ленардо Влесьяров, Универньюз.